патогенный очаг накопился, распространение идет половым и наркогенным путем, это пути передачи такие очень злые и трудноуправляемые, и заболеваемость двинулась в возраст от 25 до 50 лет, ну до 45. Заболеваемость вот в 2015 году 160 человек у нас выявлены, это в 1,2 раза побольше, чем аналогичный период прошлого года. В прошлом году у нас было 153 человека на 1 декабря, в этом году 160 регистрация. И по возрасту, возраст 20-29 лет заболевших, это возраст 20-29 лет, это 48% от всех заболевших. Это 33% возраст 30-39 лет и 9% 40-49 лет. То есть практически около 80% впервые выявленных – это трудоспособный возраст. Это преимущественно социально благополучные люди. Это преимущественно работающие люди. И портрет пациента ВИЧ-инфицированного значительно изменился.